В Чебоксарах продолжается работа по оснащению коммунальной техники системой спутникового контроля ГЛОНАСС. Как работает система и для чего она нужна, узнавала наша съемочная группа. В настоящее время большинство техники, задействованной на уборке городских дорог, оснащено датчиками спутникового контроля. Данные по их работе и местонахождению поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу. Мы здесь в основном занимаемся отслеживанием функционирования той техники, которая занята, если сейчас говорить о зимних условиях, то та, которая занята на расчистке территории города от выпавшего снега. Первый съем идет с 4 часов утра. Мы сразу видим картину, сколько машин вышло, в какое время вышло, по каким маршрутам они работают. Во время последних снегопадов ГЛОНАСС контролировал одновременно работу 167 единиц снегоуборочной техники. Чтобы оптимизировать процесс, в городе установили еще и телевизионные камеры. Мы можем практически сейчас, 60, а то и 70% территории города, маршрутов основных и так далее, мы можем видеть сразу в режиме онлайн. Как только начинается что-то где-то, мы видим, где-то там заторы, где-то остановилось движение, еще что-то там, моментально начинаем принимать меры, посылать туда соответствующую технику, специалистов, для того, чтобы все это было налажено. Специальные пункты наблюдения за работой спецтехники оборудованы в ОАО «Дорекс» и в управляющих компаниях. Это помогает повысить уровень качества выполняемых работ и усилить дисциплину среди водителей. Говорят трактористы, я там убирал и так далее. А мы ему говорим, так, да, ты был, но ничего не делал. Видимо, перекуривал там. Отлынивать не получится, да, потому что видно. И допустим, директор управляющей компании, он может посмотреть. И глава администрации города может посмотреть, и глава района может это посмотреть. Пока система ГЛОНАСС установлена не у всех компаний. Данную проблему в городской администрации решают поэтапно. Однако в сравнении с соседними городами наша столица занимает лидирующие позиции в пользовании системой. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.